Всем привет, друзья! Сентябрь уже не за горами, поэтому самое время начинать готовить наших детей в школу. Периодически в магазине можно встретить интересные наборы канцелярии, например, как вот этот, стоящий 199 рублей, и состоит он из пенала, линейки четырех ручек, двух карандашей, точилки и даже текстовыделителя. Такие наборчики продаются в основном перед 1 сентября, но и в течение года периодически тоже появляются. Очень мне понравилась идея вот с таким наборчиком, состоящий из обычных скрепок, маленьких биндеров и больших. Очень удобно купить один набор и сразу получить весь набор скрепок. Конечно же, Fix Price обладает большим ассортиментом различных фломастеров. Например, недавно появились в продаже вот такие наборы, состоящие из 5 обычных фломастеров и 4 блестящих. Стоят они 99 рублей. Самый распространенный вариант больших наборов – это вот эти, которые состоят из 36 фломастеров за 199 рублей. Отзывы по этим наборам просто прекрасные. Пишут: долго, цвета насыщенные, так что смело можете покупать. Деткам точно понравится. Ну а если вы ищете набор чуть поменьше и вам не нужно такое количество цветов, то можете обратить внимание на набор из 16 штук. Цена такая же, но тут фломастеры уже в большем объеме и в придачу это фломастеры кисти. Недавно в продаже появились фигурные текстовыделители, которые изготовлены в виде блоков конструктора Лего. В каждом наборе по 2 фломастера. А также постоянными наборами являются вот такие интересные упаковки фломастеров. Состоят они из 12 штук и фломастера треугольной формы. Стоят по 99 рублей и наполнение тут в принципе одинаковое. Единственное, отличаются сами баночки фломастеров. Можно найти с ножками, можно с какими-то гребешками. А также хорошие фломастеры и в наборе, состоящем из 12 штук. У них толстый кончик и маленьким деткам будет удобно рисовать. Совсем недавно появились на полочках вот такие наборы резинок канцелярских, которые смотаны в клубочек. И резинки эти даже не совсем обычные, они утолщенные, они намного толще, чем обычные как бы денежные. Также интересными бывают фигурные гибкие закладки, гибкие линейки и вообще различные вариации линеек. Они бывают как просто наборами, состоящие из транспортира, треугольника и линеек, или же, например, вот такие красивые фигурные. То, что всегда можно найти в Fix Price, так это различные наборы ручек. Причем ручки как обычные шариковые, так и гелевые. Бывают однотонные, в основном представленные синими чернилами, а также бывают интересные наборы, состоящие из нескольких цветов. Периодически можно найти как большие, так и маленькие наборы гелевых ручек разных цветов. И еще мне нравится большой ассортимент фигурных ручек с одним видом чернил, либо комбинированные с несколькими стержнями. Но фантазия производителей, а именно китайцев, в этом плане просто бурная. Лично от себя хочу вам посоветовать вот такие наборы ручек за 77 рублей. Действительно, пишут они очень хорошо, бывают с черными и синими чернилами. Тонкий кончик, пишут мягко. Обратите внимание, надеюсь, вам понравится.
Для совсем маленьких деток, которые еще только учатся писать, хочу обратить ваше внимание на наборы ручек для правильного письма. Бывают они для правшей и для левшей. Для правшей, конечно же, в большем количестве они представлены. Помогают лучше ребенку научиться держать ручку за счет вот этих силиконовых вставочек, которые имеются на корпусе. Наборы выгодные, 55 рублей за 4 ручки, это вполне приемлемо. Также в Фикспрайсе выгодно покупать наборы карандашей. Продаются они в основном по 10-12 штук разной плотности и стоят такие наборы 55 рублей. Действительно, очень и очень выгодно. Бюджетные наборы автоматических карандашей, состоящие из двух карандашей и в комплекте еще блок сменных стержней. Стоит 55 рублей. Еще один вариант неплохого набора ручек за 55 рублей бывают с черными и синими чернилами. Увеличенный запас чернил, таких ручек хватит надолго, и еще приятный бонус то, что эти чернила можно стирать. Скоро в продаже появятся пеналы, в основном это вот такого плана пеналы, они бывают с одним отделением, бывает с двумя. Вот подобного плана пеналы за 99 рублей разбирали в прошлом году как горячие пирожки, ведь действительно бюджетно и в то же время функционально. Будем надеяться, что в этом году они снова появятся в продаже, но как только завезут в наши магазины, я обязательно вам об этом расскажу. Также еще для учебы не помешает сумка для сменной обуви. 99 рублей. Вообще бывают разные варианты оформления. Стандартно это вот такая сумка размером 36 на 39 сантиметров, которая представляет из себя просто прямоугольник с завязками, которые затягиваются, и можно их даже надевать как рюкзак. Ни одного отрицательного комментария я не встречала про пластилин. Да и вообще как-то про пластилин всегда говорят только все хорошее. А производители бывают разные. Это и Гамма, фирма Луч. Наборы бывают как большие, так и маленькие. Например, самый маленький, который я встречала, состоит из 8 цветов. Цены от 55 рублей, а также в свое время продавался большой набор, состоящий из 30 брусочков пластилина от фирмы Гамма. Тоже был хороший. Очень мне нравятся наборы магнитных закладок, особенно они хороши при чтении книг, никуда не теряются, не выпадают. И посмотрите, какой ассортимент магнитных закладочек можно найти в Фикспрайсе. Да, это не постоянный ассортимент, они не всегда бывают в продаже, но вот если привозят, так привозят просто нереальное количество и хочется их скупить все. Стоит 55 рублей за наборы из 4 штук. Также продаются наборы и кисточек. Кисточки искусственные, стоят 55 рублей за 5 штук. Постоянно в своих видео я вам рекомендую вот эти большие наборы цветных карандашей с точилкой за 199 рублей. В наборе 36 карандашиков, и по качеству они просто прекрасные. И это подтверждаю не только я, также мои зрители и другие покупательницы, которые делятся своими отзывами. Также в продаже можно найти и наборы простых карандашей, которые продаются в больших упаковочках по 10-12 штук. И эти наборы еще подразделяются по мягкости или плотности письма. Честно говоря, не помню, как правильно назвать это свойство карандашей.
Перед 1 сентября всегда выгодно закупаться в Фикспрайсе тетрадками. Это одна из самых бюджетных цен, которые можно найти, например, в нашем городе. Тетрадки обычные, стоят 2 рубля 70 копеек. Зеленые тетрадки с разлиновкой в клеточку и линейку. Еще неплохим подспорьем в учебе, я думаю, станут различные доски для рисования. Вот такая доска для рисования маркерами. И, кстати, наборы маркеров тоже продаются в Фикспрайсе. И еще один вариант – доска с пробковой основой для прикрепления заметок. Это тоже вещь очень полезная и поможет ребенку никогда ничего забывать. Ну а далее, друзья, как всегда по традиции, покажу вам подборку блокнотов, обычных блокнотов, записных книжек, творческих блокнотов, которые можно найти в Фикспрайсе. Цены разные, самые тоненькие блокноты стоят от 55 рублей, ну а самые толстые с большим количеством декора, они всегда стоят дороже, 199 рублей. Но каждый блокнотик вам озвучивать не буду про все характеристики и предлагаю вам под приятную музыку посмотреть, какие же интересные блокноты. Блокноты и записные книжки можно найти в магазине. Ну что, друзья, вот такая подборочка у нас получилась. Пишите в комментариях, было ли это видео для вас полезным и покупаете ли вы своим деткам канцтовары или какие-то другие товары к школе в Фикспрайсе.